Уже сидящим за столом, а не в солдатском строю, военный комиссар Заинского района жмет руки воинам запаса. Повод заявиться в военкомат более чем приятный – присвоение очередных званий. Приказываем присвоить очередное воинское звание ниже поименованным военнослужащим запаса. За образцовую службу и добросовестное выполнение воинского долга семерым гражданам, пребывающим в мобилизационном людском резерве, военный комиссар Айрат Аглимзянов присвоил очередные воинские звания. Шугулев Евгений Владимирович. Шугулева, что-то, да, знаменитая фамилия, да? С 8 по 26 ноября воины проходили службу при войсковой части на учебно-методических сборах. Идти на службу было личным желанием каждого. Владимира Валякова на службу проводила семья. Маленькие загордились, то, что папа в армию пошел, так как я, когда на срочную службу ходил, детей не было. А так и детям интересно, и похвастаться есть, что папа в армию ушел. Каждый получил еще и грамоту военного комиссара за усердие и добросовестное исполнение должностных обязанностей. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Заинска.